Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев. Как сообщил Союз кинематографистов России, Геннадий Матвеев ушел из жизни в возрасте 73 лет. Геннадий Васильевич отличался требовательностью, профессионализмом, уважением к своим коллегам, отметили в организации. Матвеев окончил Щукинское театральное училище, работал в Театре Советской Армии, Московском театре «Миниатюр», театрах «Ангажемент», «Вернисаж» и других. В 80-е годы играл сказочных персонажей в передаче «Спокойной ночи, малыши». Артист также снимался в фильмах и сериалах «Елки-палки», «След», «Товарищи полицейские», «Самара», «Человек-приманка», «Дельта». Похороны Матвеева состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище. Глубокие соболезнования и светлая память заслуженному артисту. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.